Супольный забег – это группа людей, объединенных метой улучшиться в житті громадства и створать певные новые формы, больше открытые, больше адукованные и, ну, эффективные, так бы мовиться. Мы робим ось турнір неформалов. Турнір неформалов розпочався 2 года назад, у 2010 году. Мы попробовали собрать команды из разных невеликих аматорских чемпионатов, разных турниров и запросить их на один день пограть в неформальный футбол. Это отрывалось. Первый год было 10 команд, у другий год, это минулый год, было уже 28 команд. Ось, и, в принципе, в этом году мы хотим собрать так само команды из разных регионов, как провести один день у таких коммуникациях, да, в футболе, какие будет передусім коммуникацией, чем забавой. В государственных мероприятиях я не участвую. Я человек такой, более закрытый для государственных мероприятий. Я участвую наоборот, более не государственных, неформальных организациях. Супольный забег робит то, что отчувают потребным ее соудельники, активисты. То, что они бачат неправильно, не совсем верно у громадстве, и певным чином спробуют ти выучить это, ти изменить. Ну, конечно, неформальная обстановка приятная. Единственное, что хотелось бы, это немножечко такое более адекватное судейство и отношение команд друг к другу, потому что неформальное отношение – это не только свободное отношение, но еще и какое-то уважение команд друг к другу. То есть хотелось бы вот затронуться в этот момент. Команды, так как они пришли играть в футбол, они играли в футбол, а не выясняли отношения каким-то другим способом, руганью на поле, а катали мячик. На турнир избирается вельми шмат разных людей. Яны так ці інакше будуць камунікаваць один з іншим. И будет отбываться процесс створения нечего нового для командов. Яны познайомятся, максимум будут ездить после между собой играть. Это будет отбываться максимально небюрократично. Мы попробуем позбегнуть разных моментов, таких цензов, ніякого фінансового цензу, ніяких. Только один взрослый ценз 16 год могут удельничать. В принципе, нам важно, как приехала максимум команд и с ними максимально посумовляться. Это как бы наш способ самовыражения. Вот. Мы собрали очень дружную команду. Вот. Мы учимся на одном курсе, вот, и играем в футбол. Это нас объединяет. Как вам судейство последних матчей? Ну, давайте похлопаем арбитру. Есть у Витебска турнир, есть у Бобруйска такие дворовые лиги. Они себе называют по-разному. И они, ну, им цікаво вот это, да, наша пропонова. Они приезжают и, в принципе, суперничают, не змагаются там за первое место, себе показать, на інших поглядеть. Есть больше такие великие лиги, которые играют постоянку, как мы кажем. Тому яны, ну, я не скажу, что это малые турниры, потому что там и по 30 команд удельничают. Але яны выделяют две команды от своего турниру и досылают до нас. Вот такой футбол, это вспомнить наши детские года. Мы благодаря вот этому турниру вспоминаем свое детство, вот, как мы маленькими были, играли вот тоже, точно на таком же поле. Да!
мінімальная бюрократыя. Мы яе змяншаем да такога, да такой мяжы. Па-перша, няма ніякіх фінансавых цэнзаў, людзі свабодна, без нейкіх там унёскаў граюць. Другое, каманда адвольна прыехаць на турнір, не прыехаць сама. Мы гэты працэс не рэгулюем, мы толькі запрашаем і арганізоўваем уже іх перамяшэнне на самім турніры. Важна не тое, што мы ім падарым, да? Вось там на там грошы нейкія ці там каштоўныя прызы, а важна, што яны сустрэнуцца, паграюць і адбудзецца вось гэты працэс незалежна ад таго, што будзе падарана, а там ці нейкі граматы, ці торт. Да, вось з турніраў забей на пачатку яшчэ ў 2005-2006 аматарскіх дваровых ліг, ну, у Мінску не было. Гэта было першы такі пілотны эксперыментальны праект, які, ну, вось пасля развіўся ў такія іншыя турніры, іншыя ініцыятывы, якія маглі там вось ці стаць больш прафесійнымі, ці застацца дваровымі, ці ўжо нават некаторыя зніклі. Спорт гэта ёсць палітыка. Усё, што тычыцца групы людзей, там больш за 2-3 чалавекі, гэта ж усё ёсць ўжо палітычнае. Ну, палітычна ў шырокім сэнсе, там не нейка там партыя, там ці нейкі такой. Гэта ёсць там сумаўленне розных людзей на розныя тэмы, па розных праблемах. Вось, таму турнір гэта інструмент данесці свае думкі, свае ідэі да людзей, якія ўдзельнічаюць. Яны могуць прыняць іх, могуць не прыняць. Вось у Рэчыцы турнір пачаўся пасля нашага, там у адбываецца вось адборачны тур будзе ў гэтыя выходныя і ў Асіповічах будзе нават у ліпені, да, такая там вёска. Адбываюцца турніры і ў Віцебску, і ў Гомелі. Ну, ўсё гэта адбываецца, мы гэта ніяк не кантралюем, але гэта паказчык таго, што мы ў свой час мы прыехалі ў патрэбнае месца і зрабілі патрэбную справу, якая была неабходна гэтым дваровым командам. Турнир неформалов. В общем-то, это смысл, да, смысл играть не в лучшем месте, а с лучшими людьми. Сегодня лучшие люди – это команда с лучшими людьми. Раз 5-10 год яны будуць ўжо дарослымі людзьмі, і тады яны могуць, канешне, згадаць, могуць не згадаць, што такое было забей, што такое турнір неформал, што такое турнір пасіянарыю. Але мы, ну, як бы, закідваем туды нашы вірусы, да? Вірусы, якія павінны будуць спрацаваць у пэўны час.